странам ЕАЭС необходимо активизировать работу по созданию совместных компаний, которые смогут формировать и продвигать евразийские бренды. Об этом заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян на международном форуме «Оренбуржье. Сердце Евразии». По его словам, усиление приграничного и межрегионального сотрудничества между странами Евразийского экономического союза все в большей степени становится трендом евразийской интеграции.